Дмитрий, уважаемые господин Карпарвы, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, позвольте мне поздравить господина Барамыня, председателя Якутского регионального отделения общества дружбы Япония-Россия с награждением почетной грамоты министра иностранных дел Японии. Николай Андреевич, с тех пор, как впервые в 1984 году посетил Японию, принимает активное и непосредственное участие в японо-российском сотрудничестве в сфере экономики и культуры на протяжении долгих лет. Всем, наверное, известно, не надо сказать о его дети, но все равно позвольте мне сказать несколько примеров. Николай Андреевич занимался организацией разнообразных мероприятий с целью знакомства жителей Республики Саха-Якутия с культурой Японии. Так, в 2018 году он вместе с консульством Японии занимался организацией и проведением фестиваля японской культуры и туризма Мацури в Якутске. Это мероприятие, посвященное культуре Японии, имело большой успех. Его посетили несколько тысяч человек. В сфере экономики господин Барамыня работал в представительстве Республики Саха в Японии в качестве заместителя председателя, а позднее должности представителя. Занимался разным взаимодействием Республики Саха и Японии в нефтегазовой области, в частности, в реализации совместного проекта, а также оказывал содействие проведении стажировки сотрудников нефтегазовых компаний Республики Саха и Японии. В 2005 году на Всемирной выставке «Экспо», которая проводилась в Айчи, Японии, Гагиевский мамонт, важный экспонат, привезенный из Республики Саха, удивил большое число японцев. Как раз в это время господин Барамыня был назначен первым заместителем министра внешней связи Республики Саха и принимал активное участие в подготовке выставки. Эти заслуги господина Барамыня на протяжении долгих лет были признаны и теперь вручается грамота министра иностранных дел. В апреле следующего года исполняется 30 лет побратимским связям между Якутском и Мараямой. Надеюсь, что в этот юбилейный год мы совместно с господином Барамыкиным и жителями города Якутска перевернем новую страницу межрегиональных обменов обоих государств. От имени министра иностранных дел Японии еще раз поздравляю вас, Николай Андреевич, с награждением почетной грамоты. Это знак нашей благодарности. Спасибо за внимание. Теперь можно вручить вот это почетное грамоты. Сейчас. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.